Ребятки, всем привет! И вот мы начинаем снимать для вас обещанный влог. Как обычно, в 6-7 вечера выходят наши влоги, кто не знает. Да, воскресенье. Воскресенье, да. Дианка у нас обувается, мы сейчас едем в магазин. Покупать кое-что для моей комнаты, потому что мы ее уже почти доделали, но осталось еще сделать второй этаж, но мы его сделаем, когда уже закончится карантин. И осталось купить еще шторы и ковер. Да, ребят, к сожалению, это не так легко, то есть магазины закрыты через интернет, ты не можешь выбрать то, что тебе надо. В общем, Диана у нас оделась, у нас на улице, смотрите, кстати, ребятки, какие у Дианы обалденные кроссовки, я тоже такие хочу. Когда Диана мне говорит, мама говорит, смотри, какие кроссы тебе нравятся, я говорю, да, классный заказ, ну, давай тебе закажем. Я говорю, нет, мне не надо, говорю, то есть, а сейчас я просто в них влюбилась, они мне безумно нравятся. И хочу, чтобы Дианка мне такие же сказала, но, в общем, из-за карантина... Ждать долго. Ждать долго. Да, так, я их сама берем... ждала до карантина даже... А, нет, уже тогда карантин был, только не в Украине. Я их ждала месяц или два месяца я их ждала. Очень долго. В общем, ребят, мы сейчас собираем наши все безделушки в дорогу. Это именно маска, ключи, ключ от машины техпаспорт. И техпаспорт. И мы, в общем-таки, едем... на съемке. Я тоже очень тепло оделась, вот в таком вот теплом худи. Так что, погнали. Так, ты рюкзак не берешь? Нет, рюкзак я не беру. Ребят, у нас на улице просто вообще без изменений. И знаете, погода, по-моему, до конца месяца будет ужасная. Скорее всего, и мне кажется, что лето будет очень холодное. Нет, я не хочу холодное лето. Все, ребяточки, мы садимся, едем, в общем, так что следите за нами. Диана, зачем ты садишься наперед? Ты еще маленькая, садись назад, в автокресло. 1.50 м уже можно ездить на переднем сиденье. А у меня 1.60 м. Вот такая, ребят, Диана деловая сосиска. В общем, погнали, погнали, погнали. Ребят, вы посмотрите, куда мы заехали, в какие-то дебри. Мы, короче, не можем припарковаться возле магазина, потому что там парковка забита. Мы сделали 3 круга, да, и люди, то есть, такое ощущение, что они там просто скупляются на год вперед, и, то есть, никто не выезжает. Короче, Дианочка, будем идти пешком. Ну, тут эти вещи. Километр до магазина. Ладно, шучу, ну, магазин там недалеко, но, тем не менее, не очень круто идти пешком. Да, я потом вот это вот несу, этот, пакеты. Я как мужчина сидит. Диана, что ты такое говоришь? Я всегда ношу пакеты. Диана просто, ребята, у нас сильная. Вот я не такая сильная, как моя дочь Диана. Но ты же круто, ты помогаешь мне. Да. Ладно, ребятки, погнали мы, в общем, да. За покупочками. Пока. Сейчас выбираем тележечку. А нет, ты такую... А, вот ты маленькую взяла? Да. Здесь еще такие другие, короче, других нет. Вот, кстати, ребят, Дианин вариант. Ладно, погнали. Пойдем. Короче, мы, походу, сейчас сначала пойдем в магазин, который... Короче, там для комнат все, декор. Нет, мы туда с тележкой не зайдем, поэтому пойдем сначала, купим продукты. Ладно. Ребят, потом зайдем в этот магазинчик, тут очень много крутых вещей продается. Для Дианиной комнаты будем выбирать. Идем. Вот. Все, наполняется, что тебе надо. Клубника, голубика. Это абрикосы. Круто. Но я не думаю, что их нужно покупать. Они вроде еще сливы. Рано для абрикос. Ладно. Можно сливы взять, кстати. Все, давай, берем клубнику. Выбирай нормально, чтобы она не гнилая была. Да. Есть еще в маленьких коробочках. О, короче, я это возьму. Угу. А что еще взять? Я, короче, возьму вот эти вот еще... Ягодки. Голубика. Голубика. И... еще сливы. Блин, я люблю очень сильно сливы, но не знаю. Мне кажется, что еще для слив рано. Откуда они привезены? Они мягкие. Не написано. Или написано. Короче, там что-то написано. Оно плохо, короче. Я не вижу. Ладно, поехали дальше. Ладно, а, Диана, нам нужно взять авокадо. Нет, вот это хочу. О, Диана обожает всякие эти смузи. Так, я беру. Вот это очень вкусное. Это что? Нереально. Это лимон и яблоко и это мята. Короче, эти смузи, мне такое, мне такое не нравится. А, мне возьми, вот манго мне нравится. Манго? И давай Дане возьмем какой-то. Она любит тоже, как и я, лимон. Лимон, яблоко. Хорошо, надо. Бери ей такой. Потом вот этот, сейчас, подожди. Какой еще? Я хочу еще, знаешь, какой? Есть ананас, апельсин, морква, апельсин, яблоко. Давай морква, апельсин, яблоко. А я возьму. Я, короче, взяла маме морковь, апельсин, яблочко, а себе апельсин, грейпфрут. Окей.
Диана, себе такие фрукты не будешь брать? Диана часто такое любит. Диана кушает селеру, морква, яблоко, ананас, манго, питахая, дыня. О, кстати, надо дыню взять. Ну что ты там выбираешь? Я, наверное, возьму вот это. Селера, морква? Я очень люблю сельдерей, очень. А мне возьми там, где, короче, ананас, лохына, манго. Не, лохына не надо. Лохына мы купили. Что ж такое, я не могу выбрать. Манго, ананас, питахая. Давай. О, и мы еще не взяли авокадо, что возвращаемся. Спасибо. За авокадо. В общем, ребят, мы делаем очень вкусные с авокадо такие паштетики. Очень классные. Ребят, честно, я в магазине себя чувствую, как, знаете, из фильма какого-то, все в масках, а кассиры вообще сидят в каких-то, шлемах. Ну, такая пластмассовая штука, которая просто. Вот сюда надевается. Да, мы вам потом покажем. Вот это вот мне не очень нравится. Лучше всего обычный. А, нет, вот этот мне не нравится. А вот это, кстати, по-моему, норм. Да, вот этот вот. Бери, Диан. Вот две штуки, много не бери. И выбирай, чтобы был мягкий. Я твердый. Они все твердые. Ну ладно, он у нас дома поспеет. Да, короче, берем два. Да, давай. Так. О, перец чили, Диана, ты любишь перец чили. Ты должна его взять и съесть. Ладно. Так, ладно, идем дальше. В общем, ребятки, движение нормальное людей. Все в масочках. Все соблюдают, короче, безопасность, карантинчик и так далее и тому подобное. Ребята, у некоторых маски просто похожие на намордники. Это вообще просто страшно. Эти люди... Короче, респираторы. Да, эти люди однозначно боятся, чтобы не заболеть. Но я вообще как бы не боюсь. И я надеваю маску только потому, что в этот магазин не пускают без масок. А так я в магазин хожу без масок. У меня маска, ребят, вообще висит на подбородке. Я не могу, я в маске задыхаюсь. В общем, едем дальше. Так, ребят, вот это вот все мы больше не покупаем. Мы с сегодняшнего дня садимся на диету. Тоже какой раз мы на диету садимся? Я не знаю. Это уже раз сотый. Давай, обычно поехали. Диета держится пару дней, а потом снова. Так, мы тормознулись на, короче, витрине с детским питанием, и Диана набирается детское питание. Да, я беру. Так, и... Вот еще вот эти прикольные. Вот это очень вкусно. Яблоко и малина. А, вот еще какая-то есть такая штучка, мы не брали. Ну я не люблю там какие-то экспериментировать. Может, тебе еще кашу взять, Диан? Нет. Вот, я еще возьму вот это. Окей, все, поехали. И мы направляемся к мороженому. Кстати, ребят, этот влог досмотрите до конца. Мы заснимем, как Диана ухаживает вот своими волосами. Дианкино любимое мороженое. Я такое не люблю вообще. Кстати, а есть мороженое, которое мне нравится? Я забыла, как оно... А, вот, плодово-ягодное есть? Сейчас найдем. Я такая короткая. Я натарится. Не... Так, корзиночка наша наполняется. Я хочу плодово-ягодное мороженое. Идем искать плодово-ягодное. Так, это что-то уже не то. На самом деле, ребят, я мороженое не люблю, но есть пару таких мороженок, которые я могу кушать. Мам, давай купим тебе вот это, которое тебе понравилось еще. Да, давай, где оно, ты видишь? Нет, еще нет. Мы сейчас летят. Мы нашли вот эти классные мороженые. Это безумно вкусно. Это даже не мороженое, это сорбет. И мне оно очень нравится. Так, мы тогда брали пряна-маракуйя. Давай пряна-маракуйя возьмем, еще какой-то вкус. Полуночная. Это клубничная, то есть фисташковая есть. Есть малина и троянда. Ну, троянду я не хочу. Давай возьмем сорбет киви. Потом возьмем вот этот вот сорбет пряно-маракуйя. Мне очень понравился. О, и можно манго взять. Окей. Тоже классный. Ну, я возьму себе... Я манго не люблю, а маракуйя мне не нравится. Ну, точнее, я манго просто... Ребятки, обожаю. Это мороженое... О, этот сорбет просто бомба. Мне очень понравился. И киви бери. А это у нас ванильное мороженое. Как думаете? Шоколадное. Что мне взять? Вишня с кардамоном или малина и аромат троянды? Нет, возьми вот это вот вишня с кардамоном. Что такое вообще кардамон? Не знаю, Диан, честно. Так, смотри, Диан, еще есть вот мороженое ванильное. Я тоже ванильное, кстати, люблю. Ну, мы купили как-то мороженое тирамису, оно мне не очень нравится. На самом деле оно было классное, ребят. Просто Диана любит самое простое мороженое, обычное. Возьмем еще это ванильное? Окей.
Перри ванильное. Мы сейчас мороженого закупимся на год. Так все, Диан, лето. Надо мороженое есть, а не колбасу с хлебом. Так, ребятки, а мы погнали дальше. Эти несчастные игрушки, бедный Мишка. Засунули его в эту узкую полку. Мне почему-то всегда жалко мягкие игрушки. Хотя это просто игрушки. Посмотрите на эти глазки. Собака такая. А это кто? Совушка. Маленькие. Реально, я, наверное, чуть-чуть того, но мне жалко игрушки мягкие. Ладно, пошли дальше. А еще, ребятки, я не могу смотреть на вот эти вот ноги. Так, мы сейчас фрукты набрали, нам надо что-то взять это... овощи. Овощи. У нас куча дома вообще. Нет, у нас не куча, у нас нет кучи дома, пойдем. Так, а кокосики, кокосики. Кстати, мы тогда брали, по-моему, вот этот был очень вкусный, Диан, вот этот вот. Нет? Самые вкусные вот эти. Они вкусные, но сейчас вот эти вкусные. Только вспомни, мы такой брали. Тебе нравится? Да, они классные, они мне такие сладкие. Ну хочешь, возьми себе. Ну бери, короче, такой. Смотри, такие. Нужно такой, который легко открывается. Ну вот этот легко открывается, но... Потому что, ребят, Диана дома дрелью, короче, их открывает. Ты проверяешь наличие жидкости там? Я проверяю... Да, реально, кстати. Я хочу взять большой. В общем, да, точно, мы брали вот такой кокос. Гигантский. Блин, Диана не дает ни слова сказать. В общем, ребят, вот этот вкусный. Диана, мне возьми, пожалуйста, вот этот вот. Он классный. Молоко есть? У нас кокосы в семье пьет только Диана и я. И то, они все. Я люблю вообще, я первая начала пить. Ладно, хорошо, пойдем. Так, ребят, короче, я решила, такое? Это лавандовый чизкейк с семенами чиа и еще с чем-то. Будешь покупать его? Я думаю, что возьму. А ты не хочешь себе что-то взять? Да вот это такое. Это какие-то суши, ролл какой-то. Ого. Я знаю, что мы должны купить. Мы, правда, на диете, помнишь, мы покупали трюфель в шоколадном, короче, креме. Ой, да. Да, не очень понравилось. Пойдем возьмем. В общем, ребят, нашли такую пироженку классную. Она просто бомба. Сейчас мы вам покажем. Просто нереально вкусная. Серьезно, очень вкусная. Короче, вот это вот начали эти кассиры одевать на себя такие пластмассовые штуки, которые закрывают глаза и нос. Потому что они думают, что коронавирус попадет им через глаза. Ну, вообще, я не верю в коронавирус. Я никогда в него не верила, я никогда не паниковала. Диан, ты лучше об этом не говори так открыто, а то еще к нам придут домой, ну, и пришлепнут нас. Пойдем. Ребят, на самом деле, да. Сначала мы верили, был такой этап, когда мы верили, а потом мы поняли, что нас тупо, короче, обманывают. Разводят. Да, разводят. Мы сейчас ищем эти самые профитроли. Вот здесь, да, там где тортики. Ребят, они просто такие вкусные. Вот это вот они, ты не помнишь? Вот видите, такие кругленькие? А ну, достань, мы посмотрим, монеты или нет. Ребята, это просто нереально вкусно. А ну, покажи. Да, ребятки, вот. Это знаете что? Это вот такие вот пироженки с заварным кремом. И они, короче, в нежном шоколаде кремовом. Это просто бомба, это очень вкусно. В общем, я возьму. Поэтому ложим. Две штучки. И, да, возьми две штучки таких. И нам еще понравилось, сколько мы брали в этот раз. Все время суши. Короче, нет, возьми лучше еще штучку профитролей. Они нереально вкусные. У нас Дана ни торты ничего не ест, а именно вот эти пироженки она кушала, представляете? Готово. Все, поехали дальше. В общем, я думаю, что достаточно. Мы просто это до машины не донесем. Не, ну я тут донесу. Сейчас, ребят, мы поедем, пойдем, то есть в магазинчик купить кое-какой декор в комнату Дианы. Да, но сначала мы пойдем. Рассчитаемся. Ой, нет. Я возьму Ванюс. Чтобы свои кроссовочки отмывать? Нет, чтобы... Так, нам надо наши киски взять корма. Ну, а здесь такой, короче. Нет, какой мы будем ей брать? А, вот этот вот. Вот этот она хорошо ест. Вот такой вот. И какого? Разного сейчас я возьму. Вот такой вот. В общем, разных вкусов сейчас наберем ей. Так, ребят, посмотрите на вот эти вот полоски. Я думаю, уже новость я никому не открыла, что нужно держать дистанцию друг от друга. Ого. Мы уже стоим на кассе, короче. О, а кассиры, здесь кассиры без шлемов, вот а там кассиры с шлемами. Так, ребят, все, мы уже сложили пакетики, в общем, накупили тут всего. Кстати, на сколько мы скупились? Капец, ребят, мы купили так всего мало на 2297 гривен. Вау. Wow.
Короче, сейчас мы едем, идем в зоомагазин. Если бы сейчас, ребят, здесь с нами была Дана, мы бы тут залипли на целый час, вот возле этой витрины. Так, а мы идем в зоомагазин. Купить нашим собакам что-то вкусненького. Давай быстрее. Янка застряла. Ребят, вы вообще верите, что мы живем в такое время, когда все ходит в масках, когда вот такой вот полтергейст происходит? Я никогда не думала, что мы до такого доживем. Никто не думал. Да. Давай какие-то костюмчики посмотрим или кофточки нашему Боньке. Может, маечку какую-то красивую. Ребят, у нас, кстати, Тедди едет на груминг, наконец-то. И нашу собаку придут в порядок. Корм. У нас есть корм? У нас, по-моему, закончился корм. Есть вот такой вот? Я купила. Ну, можно вообще что-то новенькое? Нет, новенькое нет. Продается зонтик с кормом. О, май гад. Ну, чтобы собака не намокла под дождем. Так. Сейчас мы посмотрим. О, наш... Какие они все милые. Блин, я хочу. Это, посмотри, какой он микронный. Микроскопический. Сирийский. Сирийский. Блин, посмотри. Посмотри. Вот такого хочу. Боже, какие они хорошие. Он что-то себе там строит, подстилочку из соломинки. Я хочу себе хомяка. Да, но не сейчас, а вот... Смотри, какая прелесть там сидит. Что это? Крыса Дамбо. А у меня была крыса... Смотрите, какие они классные. Плюши, да? Ушастики такие. Ну и там попугайчики. Короче, я хочу себе хомяка. Вот такой. Сирийский. Это... Он очень большой. И мне он очень-очень нравится. Там и сирийский, и какой-то другой вылез. Просто сирийский. А, какие они лапочки. Купились мы вот для наших собак шиншилл-песчаных. Я хочу вам сказать, что я хочу сирийского хомяка. Ребята, отговорите Диану от сирийского хомяка, потому что у нас есть песчанки, у нас есть шиншиллы. Они уже старые. Для собаки и кошка. Все, едем это все, ложим в машину и потом с декором. Так, ребятки, все, мы сейчас выкладываем пакеты. Не поняла. Ребят, нормально? Я искала дома куртку, она у меня в багажнике. Почему так? У кого так еще бывает? Так, ну что, Диан, только пакеты нужно завязать. В общем, ребят, черт знает, где мы сейчас стоим. Посмотрите на мои пальцы. Мне пакеты надавили пальцы. Мы посмеялись, когда я эту тележку в руки взяла. Какую тележку? Я тележку в руки эту подняла, потому что она не спускалась. Там же бордюр. Ну я же говорю, ты силач, Диана. Ты супер-мега такая сильная у нас. Я не знаю, почему, но так вышло. Так, ребят, пока вот Диана молчит, я скажу. Диана говорит, что я ее перебиваю во влогах, а я считаю, что она меня перебивает. В общем, ребятки, мы сейчас купим все необходимое, вернемся домой, и Диана покажет уход за своими волосами. Мы откроем секрет, как Дианкины волосы уже больше метра в длину, густые и красивые. Да, окей, если вам интересно, оставайтесь с нами. Я завтра приеду в салончик, и наконец-то мне сделают стрижку волос. Кончики я постригу. Стрижку? Ребят, что Диана сказала? Ребят, стрижку? Я подстригла волосы, короче, где-то полгода назад. Ну, может, чуть раньше. И, короче, я их подстригла. И они у меня уже отросли еще больше, чем были. Ребят, в общем, я вам скажу, почему Диана хочет подстричь. Когда у нее все волосы сзади, она говорит, что она стоит перед зеркалом, у нее между ног просвет. И сзади... Вот тут вот, типа. И там у нее висят волосы. Она продемонстрирует, пожалуйста. Ниже попы. В общем, ребят, смотри, Дианочка идет свои волосики обстригать. Мне так плохо, плохо. Ладно, ребят, на самом деле мы сейчас поехали. Ой, да что ж такое, поехали. Я все хочу куда-то ехать. Пошли покупать декор в Дианину комнату. Погнали. Да. А еще? А то сейчас еще подумаешь, что мы тут свистнули тележку, выбежит охрана и нас, короче, заберет куда-то. Плохое место, вот. Так, ребят, мы подошли к этому магазину. Короче, нам очень понравился вот этот кролик. Сзади него, смотрите, такая корзинка, и туда можно цветочки. Диана, ты хочешь такого кролика? Ну, Диана же у нас Зайцева. Пойдем выбирать. Здесь очень много всего красивого. Вот он, вот. Это маленький. Мне большой больше нравится. Ну, туда большой. И нужно выбрать, какой цветок туда поставишь. Это живые? Нет, это искусственно. Много всего очень красивого. Ой, какая милота. Это мыло.
девушкам, кого что интересует. Так, ребят, мы уже выбрали кролика, и сейчас мы, смотрите, смотрим пакучки вот такие для комнаты. А нам сейчас композицию из цветов собирают. Классно, да, пахнет? Да. Вот эти, что Диана себе уже облюбовала. Мишку. У Дианы получается комната с кролями, но Мишкам тоже место быть. У нас только здесь он красивый, такой бордовый. Смотрите, какой шикарный чёрный. Золотым носиком. В общем, ребят, берем вот такого кролика, вот такого, только большого. И сейчас собираем композицию из цветов. Вот будут красивые цветочки у Дианки в комнате. Смотрите, какая шикарная копилка. Серебряная. Кролик. В общем, ребят, я не теперь нравится кролик, она тебе не знает. Либо вот этого мишку милого, либо вот этого я кролика. Я могу и то, и то. Конечно, Диан. Я разве могу тебе сказать? Хорошо, то и то. Пойдем. Короче, я возьму. Все, ребятки, смотрите, как нам упаковали кролика. Композиция тоже собрана. Сейчас едем домой. И, в общем, поставим его... где ты будешь ставить? Возле балкона? Да. Да, потом сделаем, повесим, вернее, Диане красивую штору и будет... кролик украшать Дианин да. комнатку с цветочками. Все, ребятки, мы поехали. Потому что мы в магазине задержались больше, чем планировали. Так, ребятки, хочу вам кое-что показать. Мы едем домой, я в сторис снимала. И посмотрите на этих малышей, которые живут недалеко от нас. Привет! Привет, наши хорошие! Вот, они нас так всегда встречают, махают нам. Короче, мы их очень даже уже полюбили. Вот. Кстати, Дана с ними подружилась или дружит? Диана, ты подружилась? Нет. Диана взрослая не подружилась. Я тут не гуляю. А Дана подружилась. Так, ну что, мы уже заезжаем домой. Диана, открывай. А где ключи? Да, если мы сейчас потеряли ключи, мы не попали домой. Ребятки, я не знаю, уже время идет, почти 6 вечера, 6 вечера должен уйти влог, а мы только домой, блин, едем, представляете? Что-то мы, короче, задержались сегодня, так, в общем, сейчас бегом-бегом и выкладываем видео. Мы дома, нас встречают вот эти маленькие тузики, сейчас, мои хорошие, пойдете гулять. В общем, ребятки, сейчас мы достанем этого кролика, посмотрите, какой красивый букет нам собрали. Он просто невероятный. И, ребята, еще мы вам сейчас покажем, какой рисунок у Дианы в комнате нарисовала художник. Это просто вообще супер. Дианочка, в твоей комнате порядок или бардак? Вроде порядок. Вроде порядок, а? Смотрите, какая красота. Ну что, Диан, пойдем в твою комнату, покажем. Кролика забирай. Сейчас. Смотрите, какой он классный. Просто вообще нереальный. А, да, сейчас Дианочка еще расставит свои статуэточки, которые она купила. Что вы там пишите? Боня, ребят, вы видите, что у Бони? Это кусок сыра, который он охраняет и не дает Тедди. Тедди свой съел? Сейчас, моя хорошая собака. Сейчас пойдем их выгуливать. Сейчас доснимем влог и пойдем выгуливать наших собачек. Так, пришли мы к Дианке в комнату. Я думаю, что свет можно было не включить. Ребят, посмотрите, вот что Диане нарисовали, посмотрите, какой шикарный заяц. На самом деле, он вроде кажется маленьким, но, ребят, вы не поверите, 2 метра, вот этот вот рисунок, 2 метра, вы вообще представляете? Я сейчас залезу даже на кровать и сниму вам поближе, ай, я чуть не убилась. Посмотрите эти глаза, посмотрите этот пузырь, вообще просто, он нереальный, он просто невероятный. Бомба. Так, Диана уже возле этого огнетушителя ставит кролика. Диана, я чуть не убилась в твоей высокой кровати. А, смотрите, какой классный, очень красивый. Потом Дианке сюда повесим шторки, и я думаю, что он будет стоять вот там вот, чтобы было видно. Так, ребята, сейчас вот Диана достает статуэтку. Мы все-таки купили вот этого кролика прекрасного. Так, это в шкаф. И Мишка. Купили такую пакочку, кстати, в гардероб, она просто пахнет нереально. И Мишка. Мишка это, кстати, Диана может его побрызгать своими духами любыми, он будет пахнуть. Да, вот, кстати, у меня же новые духи. Короче. Так,
Сейчас я скажу, а потом Диана продолжит. Ребят, в общем, к сожалению, уже очень много времени, и мы не сможем оценить полный уход за Дианиными волосами. Потому что Диана, если сейчас будет мыть голову, потом ее сушить, потом показывать уход, это еще съем где-то на часа полтора, а влог уже должен выйти. Поэтому, ребятки, мы вам просто покажем, чем Диана пользуется, какой косметикой она ухаживает за своими волосами. Шампунь, нет, вот шампунь и бальзам. Вот. Что они, как они ухаживают с твоими волосами? Они увлажняют? Я не знаю, как они ухаживают, но шампунь... Короче, после вот этого вот бальзама они волосы очень мягкие и легко расчесываются. Это что? Это типа сыворотки для кончиков волос. Они у меня сухие просто, поэтому я их мажу вот этой вот сывороткой. Угу. Потом есть вот такая у меня маска, но я ей еще не пользовалась. Я хочу ее сделать, вот такая. Ух ты, ничего себе, выглядит... Прикольно, в таком шприце. Еще, ребятки, есть у Дианы очень много ампул. Ты их наносишь на кончики волос? Нет, на всю голову. На всю голову. У Дианы потом такие волосы, они просто... Смотрите, сколько у Дианы очень много. У нее волосы просто потом переливаются. А это что? Это сыворотка тоже. Тоже на кончики волос. Ну, типа, я наношу на всю длину, только по чуть-чуть. А это ночная маска, которую смывать не надо. Тоже как сыворотка, только ночная. Вот, ну и вот эти вот штучки, которые надо смешивать, типа вот эту вот штучку один к одному с водой, потом наносишь, там ходишь замотанная долго, смываешь, и волосы очень-очень крутые. Давай покажем название, чтобы Ладонь. Кому интересно, чтобы знали. Так, ребятки, вот такая вот ампулка, Ладор, которую Диана смешивает с водой, подожди, наносит на все волосы, а вот эта маска ночная? Да, тоже Ладор. Тоже Ладор, все от Ладор, то есть... Это... Я не знаю, как правильно это читается. Но я это говорю S1. S1. Это SP1. В общем, ребят, у Дианы после всех вот этих вот штучек волосы нереальные. Они у нее как шелк, они у нее блестят, приливаются. Если вот мои волосы ломкие, ломаются, то твои волосы, Диана, не ломаются. Вообще очень крепкие и, короче, при том, что Диана пользуется утюжком, как уже и я. Уже 2 месяца не пользуюсь. И это здорово, и посмотрите, какие неровные. А я, ребят, перешла на утюжок, который беспроводной, Bauman. И он очень классный, он, вы знаете, после него волосы просто, как вам сказать, гладкие, рассыпаются. Ни один утюжок не справлялся так, как с тем утюжком, который я купила новым, потом его покажу. Kerastase, то, что для волос очень классная, кстати, косметика. Ну что, ребят, мы, наверное, на этом влог закончим. То есть мы вам обещали уход за волосами, но мы обязательно покажем в следующем влоге. Просто сейчас уже реально там мы ничего, не успеваем. Там ничего сложного нет. Я мою сначала, потом я смываю, наношу вот этот бальзам. Потом я их вытягиваю, я в сторис у себя показывала, как я это делаю. Я расчесываю, расчесала чуть-чуть мокрые волосы, посушила. Потом снова расчесала, снова посушила. И потом просто вот так вот вытягиваю волосы. Феном Диана сейчас вытягивает уже волосы. Тутюшка, да. Диана отказалась. И я, кстати, ребят, очень рада тоже, потому что я очень переживала за Дианины волосы. Диана вообще такая говорит: мам, может мне под каре подстричься? Я говорю: Диан, ты вообще... Ну не под каре. Гордись. Нет, раньше ты мне говорила за каре, Диан. Раньше, да. Я бы хотела вот так подстричься. Как? У тебя есть фото и видео, раньше, где у тебя... Волосы, посюда, вот, ну, то есть ниже лопаток отрезаны волосы, и оно не очень. С длинными все равно красивее. В общем, ребятки, подписывайтесь на канал Леди Диана Влог, ждите следующий влог по уходу за Дианиными волосами. Мы вам еще расскажем, какие Диана еще делает маски, чтобы волосы хорошо росли, были густыми. Поэтому, ребятушки, ждите, вот, и, то есть... Пишите нам, куда писать, у нас включены комменты, ну что ж такое. В общем, ребят, пишите нам в инстаграме в комментах, на какую тему бы вы хотели увидеть влог. Сегодня мы показали просто вот так вот, как мы поехали скупились в магазине. К сожалению, во время карантина снимать что-то нереально очень сложно. Еще, ребят, если хотите, мы можем снимать влоги про отношения мамы и дочки, как мы справляемся, мама, с детьми-подростками. Никак мы с этим не справляемся, на самом-то деле. Ладно, ребятки, всем пока. До новых встреч. Всех любим, целуем. Вы у нас какие? Самые лучшие. Всем пока.